Сегодня в 14 часов на крыше дома по адресу улицы Артема, 47, произошло сильное задымление. Взволнованные очевидцы позвонили в пожарную часть и редакцию. Оказалось, что работники управляющей компании меняют кровельное покрытие. Технология предусматривает использование открытого пламени для разогрева смеси, покрывающей крышу. В результате этого выделилось большое количество дыма. Рабочие пожарные заверяют, что для жильцов угрозы нет, работы безопасны. По прибытию с пожарной техники, даже до прибытия была установлена связь с ЖЭО номер 12. С их слов, на крыше проводились кровельные работы. Получается, они убирали старое покрытие с кровли. Далее проводили заливку горячим битумом и потом кровельные работы бикростом. По прибытию пожарных подразделений данная информация подтвердилась.